Радио на фестивале «Платформа». А сейчас на сцену приглашается проект «Абсент». Встречаем! Раз, раз, раз. Здравствуйте. Доброго вечера вам. Десант с дыр-сцены пришел. Помню вас, как нынче барышни в саду. У вас был черный водолаз и был каурый в поводу. Я помню дамой на балу, как нынче бархатный атлас, в который раз влюбленный в вас сорил цветами по полу. Ходячий цирк, месье Марсо, а у вас огромный алый бар, а я бродяга-музыкант, а вы крутили колесо. Я помню, как теперь смешно, пастушка вы, я свинопас, и пью лукавое вино из ваших смелых синих глаз. Ковылем по полю рос, а у вас потемкинская кровь. Вам оставалось про любовь подушки мокрые от слез. Мои видавшие шузы под пылью тысяч городов хлебнули долюшки росы. Я вас нашел, не нужно слов. Спасибо. Это была песня Вени Дыркина «На всякий случай, если вдруг кто-то не знает». А, сильная не надо, на самом деле. А, 25 минут. Давай тогда чат. Сейчас тоже. Угу. Еще одна песня Вени Дыркина. Да, называется «Чат».
Она про Крым и никакого отношения к происходящим нынче событиям не имеет. Рекою белый дым-дым, а на том берегу дом. Заколотим окна в доме том, на дорожке посидим. И пометая помело, мы с тобою полетим в Крым. Черное море перейдем вброд и не станем помышлять взад. Там посадим мы самосад, что тебе Беломор не в счет. Чудо вырастет пароход, уплывет нас с тобой в чат. Что не кактус, то тебе пьет. Что не хочешь, то клади в рот. Что не ход, то тебе мат. И в чину все ходят на кишон. Из деревьев кушают плоды. Стану маленьким вождем и куплю тебе цветы. Только ты ромашки не проси, ведь ромашки не растут тут. И фиалки не растут тут, а только кактусы да фикусы. Спасибо. Ромашки тут, кстати, в количестве растут, да, вы заметили, как это прекрасно, а да. Кто-нибудь видел? Лютики или гвоздика полевая? По камням вымает она копыта коня. Будут ночь скакать и встречать рассвет, мне их не догнать, замывает след. Что во мне живет, сколько мне годков, за мной придет, я на все готов. У себя в глуши яблоню полью, цвет моей души, я тебя люблю. Звери у реки морды сполосну, дети-старики лягут и уснут, только я не сплю. Невозможно спать, я тебя люблю. Где тебя искать? Ты меня направь, похлопочи за мою удачу. Осерел фитиль у моей свечи. Реже смеюсь и чаще плачу. Я сегодня слаб, голоден и стар,
и сдуваю пыль со своих гитар. Жалься надо мной, сделай что-нибудь, о хорошем пой, о плохом забудь. Спасибо, это была песня Гаврила Лубнина, такой питерский художник и поэт. Музыкант, и поэт. Прекрасный, да. Сейчас будет песня нашего ростовского друга, в общем-то, имеющего отношение к Заозерной школе, к Гене Жукову, к Виталию Калашникову, он немножко помоложе. Олег Штавдакер, ростовский автор. Вот, собственно, поехали. Спёртый воздух в комнате не к чему, прицепиться и к стеклам дождь прибивает, как псину к нищему, и ты безмолвно, так словно ждешь чьей-то выходки, будто нагрянет неожиданно, как звонок. Час ничейно настолько ранний, непростимый визит оно, откровенно заляпанное такси, словно его посетил сыпной тиф, и мне спроси: брат, где носила? Да стрельну сигаретку без ниппеля, командир, меня ждут. К ближайшему на секунду я быстро за сверточком, и машина, слегка задрожавшая, отбывает уютным ночным светлячком вам по набережной. По набережной липы мокрые над рекой, помнишь, набожно, девственно набожно, обуявший плакучий покой, а обаявший еще не сутулило одиночество, вкрадчивой участью все селило, вселяло, сумбурило, все тянуло, тянуло к участию. Есть стакан, командир? Да, пожалуйста, я слегка, если можно, помедленней. Да, тоска, нет, ну что ж ты, не жалуюсь. Все никак, тормози, ну налей, налей спертый воздух в душе. И не к чему прицепиться, и к дворникам дождь прибивает, как к стену, к нищему. Подождешь, подожди, подождешь. Это тонкие струйки памяти соберут слабового дворники. Это вы так неспешно канете в эту ночь, как бесцветные дворики. Замелькают картинками с выставки безымянного сюрреалиста, и фасады высотные, как выскочки. Так читаешь с листа, так читаешь с листа, вот же бывшую, вот же грядущую, настоящую, настоявшую вожделенно случайным удушьем. Отдаленно предвиденное я ж мое облачение ночного вина, омраченных никчемнейшей памятью. Я зайду, вы так помогли мне, вы и вы так же спешно канете. Песня нашего хорошего друга, любимого нами человека, Гены Жукова. На живой ноге. На живой ноге в бутсе Адидас инвалид по проходу шоркает, а другая нога, что твой карандаш, одной пишет, другой зачеркивает. Как колоду карт развернет меха, заведет гармонь за унывный зык. Не берет уже инвалид верха, не берет уже инвалид низы. Не болит рука, не болит душа, нажимать на грудь и на клавиши, а болит нога и болит спина. Ой, хребет болит, низко кланяться. Что ж мы выросли до высот стиха, дорасти бы нам до поэзии, не
берет уже инвалид верха, не берет уже инвалид низы. Двери сходятся, как два лезвия, отпустила греть голубой сквозняк, гомон тамбурны, так и перед, так и зачем в карман с дыркой лезу я. Только кто ж меня поймет, дурака? Догоню другому в вагоне старика. Суну мелочь, задрожавший кулак. За поэзию, за все и за так. Спасибо. Все? Табакова. Ой. Давай, не стойте, отойдите. Я думаю, это название песни. Ой. Ну, и немножечко Михаила Щербакова. Где ты был? Когда разведка полем шла, всего пугаясь чуть не вслух, шепча молитвы, спирт пила, на миллилитры счет ведя, а вид окрестный мимо плыл. Детали вяло грудились, как в натюрморте. Где ты был? Я был в реторте. 25 пора соблазна, 26 и на здоровье, 27 одних извилин, 28 извинений, 29 чудный возраст, 30 тоже не из худших. Где ты был, когда три банки взяли вверх, над остальными тот очерк, торжествовала снедь копья для карнавала весь январь. Потом в столице гарь велась, и пахло чернью, порванью и прочей дрянью. Где ты был? Я был за гранью. 35 одних курьеров, 36 других, но тоже, 37 температура, 38 из мультфильма, 39 водопадов, 40 даже ниагарских. Где ты был, когда качались сидолы, трещали копья в форум гнев, менял на милости мне хотя, камлане длилось за полночь. Ломались перья, гонг звенел, а председатель руки тер и усмехался. Где ты был? Не задыхался. 49 не проблема, выжил год и 48. 48 операций, 47 из них удачных, 46 опять курьеров, 45 опять ленивых. Где я был? А разве негде в милях счет, на миллионы в футах жить? И даже в ярдах речь пойдет, о миллиардах вредно жить. А что не вредно, чуден Днепр, а кто не чуден, боже мой? Прибил над койкой лозунг я, не боже мой ты. Отлично, спасибо. Мы думали уже все. Чем закончим? Чем закончим-то? Что? Дыркиным? Давай Дыркиным. А ты без флейты? Негодяйка. Ага. На блочке. Нет? Жаль. Молчи, тебя просто нет. Я тебя выдумал сам.
ты звон золотых монет. Ими полон пустой карман, с тобой легко и светло. С тобою я сыт и свят, и искренне всем назло. Ты веришь, что я богат? Молчи, тебя просто нет. Ты не больше, чем ты. Ты от моих сигарет дешевых ватры прим, девочка с флейтой. Странно, но все равно я верю, что ты рядом со мной. Даже слышу твое тепло и коснуться могу рукой. Ты хочешь уйти, постой. Что мне нужно еще? Миг восхититься тобой, пока пальцы не опечет. Уходишь, уже рассвет. Если что, ты найдешь меня здесь. Приходи, какой тебя нет и какая ты есть, девочка с флейтой. Спасибо за то, что ты есть, и как волшебник я желаю тебе, я дарю тебе. Пусть рядом всегда будет Моцарт, пусть рядом всегда будет флейта, Оля Лукоя, любимая кукла и лето, и синее небо, и тысячи разных чудес. Маленькая королева с небес. Очень не хватает. Спасибо. Спасибо большое. Это был проект «Апсин». Я могу включать гитару, да? На дыр-сцене. Да. Приходите. Ладно, спасибо. Буквально в 11, по-моему. Да. Мы от всех очень благодарим проект «Апсин». Да? Их можно услышать на дыр-сцене. Как здорово, что эти замечательные песни прозвучали у нас здесь и сейчас. Сцена Бортрадио на фестивале «Платформа».